Всем привет, ребят. Ну что, отдохнул, решил вам начать записывать опять обзорчики, видосики. Уже разыграю сегодня еженедельку, которая должна была быть. Ну, в общем, все как обычно. Будем после праздников в ритм обычный. Так, что у нас сегодня? Сегодня у нас обзорчик решил вам записать на вот такого вот Гаргула, докачала его до максималки, до 30-го. Хранитель леса стоит. По созвездиям у нас умножить собран. 30-й прорыв, то есть максимальный прорыв у него уже, то есть он на максималке. СО для дефа плюс рвение, деф плюс урон. Чем хорош герой? Имеет иммунитет к стану и страху, также накидывает на себя 63% защиты от урона и также отхиливает. В общем, такой вот герой. Сейчас посмотрим, плюс ангел у нас должен он нормально тащить. Он старенький герой, не факт, что он везде будет тащить. На PvP локациях придется ремку ставить, то есть, соответственно, дефа будет у нас меньше, но хоть посмотрим, что он может. Вот смотрите, смотритель уже нормально так его продамажил. Сейчас посмотрим. Вот он включился и пошла жара. Да, урона он много не наносит, но посмотрите, слил Анубис. Анубис просто ушел. 16-20. То есть это не атакующего плана, но опять же, довольно-таки неплохо. Смотритель, конечно, творит чудеса. Сейчас посмотрим, как Фрея будет против Фрея. Интересно посмотреть. Ну, 220 Анубис пробивает. Видите, тут больше процентуально. Все, Анубис не еще. Он 40% уже набил. То есть можно использовать его на битве гильдии. Так, все. Теперь самое интересное. Фрея 50. Вот он включился. Ну, как по мне, вообще просто песня была. А Фрея тоже снимает. Ну, то есть такого плана герой старенький. Сейчас я его не резну. Ну, опять же, востребованный, то есть это один из хиллеров, его место занял ворожей. Посмотрите, как смотритель сносит. Космосмотритель. Ну, включайся. Вообще, Андреал не дает включиться. 61 тысяча от хила. Ну, такое себе, честно скажу, это не так уж и много. Вот сейчас его Фрея, наверное, утащит. Хотя, вот видите, смотритель. Сливает смотритель, и никуда ты от этого не денешься. Варианты можно использовать во всех локациях, где нужен отхил, он нужен во многих локациях для бездоната. Это очень-очень неплохой герой. Можно танковать, на подземках пробовать. Правда, из-за того, что у него зональная атака, немножко печально все. Давайте сейчас ради интереса пойдем на наши любимые подземочки. Посмотрим, что он здесь сможет сделать. Я думаю, тут ему даже урон наносить не будут. Такой сборки. Не должны, по крайней мере. Вот, смотрите, урон по нему там 213. Это максимальный урон, что проходит. Ну, а у него, в принципе, неплохо. Статки хорошие. 150 тысяч. Вот с хранителем леса можно доспех поставить. Так, 61 тысяча. Видите, 120-200. То есть такой средний урон у него получается. Это не те герои, которые по миллионам выносят. Но самое основное от него это отхил и деф. Можно его использовать вместе с деревом. Там просто нереально его будет пробить. Ну, как видите, урон по нему тоже очень маленький проходит.
Сейчас попробуем на по локациях, посмотрим, как оно будет. Ну, то есть не особо так. Ладно, идем немножко дальше. Интереснее будет посмотреть на него на седьмой кошмарке. Самое главное, чтобы его зарядили. Вот, отлично. Ну, как видите, топором все, слили. Ничего не сделаешь. Сейчас попробуем где-то по центру запустить. Ну, когда много героев атакуют. Все, включился его дев. Все равно пробивают. Как ни странно, вроде и дефа дофига, и как видите, пробивают. Ну, давайте попробуем здесь. Потому что многие герои я собирал, ЛСО 9 и Каменка, и их так не пробивали, как этого. А его что-то пробивает, и причем конкретно тут вроде получше. Но все равно, видите, неплохо пробивает его. Тут отхил у героев такой, что он просто в такой сборке он тут ничего не сделает. Он дальше за этого ника просто не зайдет. Да, он будет вот так вот стоять. Держать, ну. Не хватает урона. То есть такое, чтобы там особенное что-то было на 30-м прорыве. Нет, а ну давайте посмотрим его статы, а то я что-то так статы не посмотрел. Вроде и 1 300 000 и дожной атаки, вот видите, немало так, а отхил 60к, это, честно говоря, очень мало. Это маленький отхил. Что это было? Вот смотрите, 133 тысячи отхил. Разницу видите? А тут всего лишь как-то странно. Вот 123. А у него всего лишь 61. Разница, насколько с ворожаем. Да, он дает еще деф, но ворожая больше функций, скажем так. Поэтому и ворожай покруче стал. Единственное, что ворожай по героям дамажит скиллом. А этот вокруг себя. Поэтому его Фрея еще и не слила. Медленный, то есть вроде и дальник, наземный. О, пошла жара. Так, смотрим. Ну чё там, Фрея догоняет? Смотрите, Фрея просто не догнала его. Как-то странно. Что-то первый раз такое вижу, что бежала. Так, ну вот он включился. Ну, урон держит, но видите, отхила маловато. Даже хранитель леса не спас. Не знаю, такое себе. Тут даже если поставить ремку, по сути, мы теряем дев. Светлый.
Он не автопрокер, ворожей автопрокер. То есть тут тоже свой нюанс. Ну, смотрите. Как будто дефа на нем вообще нет. То есть как будто он, ну, без СО. Вот сейчас вот нормально. Так, ну включайся. Мало-мало отхила. Ну, просто не отхиливает себя. Странно. А раньше когда-то он был просто мега крутой. Гаргул с каменкой. Ну, нереально, его было очень сложно убить. Как видите, на сегодня модификации героев, даже на максимальной прокачке, он никак не тащит. Но вот сейчас что-то вроде как бы неплохо. Ну тут герои без 11-12 скиллов, обычные вторые эволюции, недокачанные до максималки даже. Тут еще он хоть как-то тащит. И то посмотрите. А это не он, это он так пробивает. Я подумал, что это его жизнь там уже на нуле почти. Но эти его пробить не могут. Хотя странно, череп пробить не может. 20. Да, странно, странно. Ну, в общем, такое. Давайте еще против Фрея попробуем. Единственный вариант собирать его на уклонение, но опять же смысла тратиться на уклонение на этого героя я не вижу. Как вы видите, по статам ворожей намного круче. Давайте сейчас на PvP локации сбегаем. Давайте в такой сборке попробуем, если я не бегал, блин, опять пропустил. И тут сейчас его просто разнесут. Вообще жесть. Ну, хотя, чему тут удивляться? Тут такие герои, что нереально что-то сделать им. Ну, этих понятно. Тут один смотритель их поуносит. Ну хотя очень странно, отхил маленький такой, 61 тысяча при такой атаке. Я ожидал большего. Но тут уже поинтересней. Вот сейчас вот неплохо смотрится. Интересно, интересно. Ну давай, 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 тащи. Докажи, что ты имба. Ничего себе, посмотрите, огника держит. Фига себе. Вот это, ребятушки, вот это он дает жару им, посмотрите. Ну понятно, он их не убьет, но все равно. Жесть. Фига себе. Разобрал одного, ну понятно, Охника он, наверное, не разберет, но Некроса неплохо. Вот тут, конечно, он меня удивил. На это он один. Неждан такой. Ну, понятно, там опять же не топовые, но все равно.
Разница очень видна. Ну-ка. О, Махатма. Фига себе. Махатма ничего сделать не может. Офигеть, посмотрите, что он творит. Хорош. Очень хорош. С Асурой, ну блин, один выдержал. Возможно, возможно, он еще себя полностью не показал на максималке. Надо будет его с пачкой какой-то затестить, посмотреть. Ну, очень-очень даже неплохо. Веселые бои, конечно, со смотрителями. О, интересно. Гаргул против Гаргула. Вы знаете, а он нифигово танчит. Держит урон. Понятно, что его тут закоцают, но неплохо, неплохо. Может, с него еще и будет толк. Надо будет его потом потестить еще в пачке. Собрать пачку на максимальной дафе, посмотреть, что с этого получится. Ну, в общем, как-то так. Не знаю, вроде в конце и удивил. В таких локациях вроде нет. А в ЗБшке хоть что-то показал. Не знаю, пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Какую сборочку хотите видеть следующей. Всем удачи, всем пока.